Что касается руководства сил национальной самообороны Донецкой и Луганской области, я не думаю, чтобы там были именно два лидера российских граждан. Вот Стрелков говорил, что он выходец из России, он действительно профессиональный военный. И если мы посмотрим любые конфликты, которые были, например, вот на территории бывшей Югославии, за Сербию боролись практически население из 37 стран, прислали своих, не прислали, как бы прислали в иносказательном смысле патриотов, которые поддерживали независимость Сербии. Даже был батальон из Израиля, которые говорили, что мы благодарны, что Югославия спасла евреев в Великую Отечественную войну, поэтому мы морально были обязаны защищать Югославию. То же самое в любых конфликтах, и в Осетии, и в Южной Осетии, и в Абхазии. И ничего особенно нет в том, что патриоты, русские патриоты, которые хотели бы воссоединения Украины и России, что они пошли в качестве добровольцев на вот этот фронт с фашизмом, который образовался между западенскими фашистующими элементами и народной волной гнева, который восстал в Донецкой и Луганской области. Поэтому это нормальное явление, оно характерно. Или возьмем конфликт в Сирии, там были тоже добровольцы из 22 стран. Поэтому здесь ничего особенного нет. То, что из России у нас есть профессионально сильные ребята, сильные военные руководители, профессионалы военные, что они принимают участие. Я, например, считаю, что это национальные герои, которые снялись с теплых мест в России и пошли, рискуя жизнью, воевать за русский мир.